Всем привет, друзья, это с вами Юранг, и мы продолжаем прохождение Dishonored, точнее, его DLC. Неужели в прошлом месяце, да, именно в прошлом месяце, в начале февраля, я закончил прохождение Dishonored, увы, ребятушки, да, работа, как говорится, еще раз работа у нас с вами. Поздравляю вас, что буквально через пару-тройку дней мы с вами получим ЗП, и у нас будет с вами 40-80, да. Это я просто немножечко, так сказать, чуть-чуть в сторонку отошел от игры, да, сейчас вам просто говорю, что у нас с вами будет RTX 4080, на которой, во-первых, не будет шуметь, во-вторых, она будет более производительной, чем моя карта, практически чуть ли не, на 50%. И постараюсь у нее записать обзор, когда будет выпущена эта серия еще Dishonored, я не знаю, все постепенно, ребятушки, все, я стараюсь как-то делать, находить время по возможности, поэтому... Если вы смотрите это видео, то пока что не знаю. Надеюсь, что я прошел уже полностью все DLC. Может быть нет, может быть да. И все, как и говорил, публиковать мы с вами будем поочередно, да, как говорится, и постепенно. Поэтому огромная просьба терпеть и ждать. Ну что ж, задание. Итак, загружаемый контент DLC. Dunfall, Dunwall City Trails. Trails, потому что есть трейн, это поезд, Trail, это, по-моему, последнее, а какие-то Dunfall, вообще, она правильно называлась Downfall, вот такое чувство, как будто падение даунов, потому что down это down, а fall это типа как падение, выпадение, или downfall, типа падение вниз, ну, потому что как бы down тоже говорит, что это вниз, fall это падение, город падение вниз, Trials, ну, как я знаю, что вот, например, Trial, это, как правило, какая-то последняя, например, версия, да, там, это последние последствия или падение вниз, Dunwall, а Wall это вообще стена, вообще, не знаю, короче, как переводится, Dunfall City Trails называется, в общем, у нас с вами DLC, давайте начнем с него, наверное, и посмотрим, что у нас с вами есть. Добро пожаловать в Dunfall City Trails, здесь вы можете... Отточить навыки ассасина на 10 различных испытаний, сравнить свои результаты. Так, есть 4 типа испытаний. Скорость, какой-то режим, бой, головоломка. Для оценки результата используется 3-звездный рейтинг. Когда получит звезда, открывает новую картину вашей галереи. 26830 очков. Текст испытания поддерживает эксперт-режим. Чтобы открыть его, нужно получить 2 звезды. Окей, договорились. Ну что ж, выбор испытаний. У нас с вами сегодня, ребятушки, я так понимаю, не будет прохождения. У нас с вами сегодня будет испытание среди каких-то камней. Такое чувство, как будто мы с вами попали куда-то в космос на Луну. Но вообще пока что Илон Маск там вроде как не отстраивал такие подобные постройки, поэтому я думаю, что кто-то его уже опередил. Ну что ж, ладно. Итак, средняя или эксперт? Эксперт, у нас с вами все полностью закрыто. Таинственный враг. Собери 4 улики, избежав обнаружения, узнайте, кто ваша цель, и убейте этого человека. Интересно. Итак, от 10 до 30 тысяч очков мы с вами можем набрать. Неплохо было бы, наверное, на каждую серию сделать разделение по одному испытанию, потому что иначе это будет просто нереально. Сидеть, но, в принципе, мне радует, что здесь средняя сложность изначально стоит не эксперт, хотя мы с вами привыкли вроде играть на высокой. В принципе, так все было неплохо. Таинственный враг. Давайте лучше каждую серию по отдельному испытанию разделим. Итак, собери 4 улики, избегая обнаружения, чтобы выяснить, кто ваша цель, и убить этого человека. Цель каждый раз выбирается случайным образом. Можете попытаться определить цель без подсказок, то есть убить невидимого человека. Испытание будет провалено. Если вас заметят, цель побеждается сбежать. Если это удастся, испытание будет провалено. Результаты... Если вы убьете нужного человека, не собрав все улики, вы получите призовые очки. Если сможете избежать внимания стражника, получите больше очков, чем если будете оглушать их. Конечно, если вы убьете невинного человека, или цель умеет сбежать, испытание будет провалено. Интересно. Итак, подсвечники, отличное укрытие. Вы можете также прятаться за занавесками. Используйте крысиные ходы, чтобы обойти врагов. Чердачные люки помогают совету проникать внутрь и наружу. Спасибо, Кэп. Книжки из Хогвартса летают. Магия вне Хогвартса, это что такое? Реально, слушайте, что-то не припомню, что такое вообще было. А что по навыкам? А, ну, в принципе, все как в основной игре. Юхатс Дайс. Так, схема рассмотреть. Легенда. Легенда о Юранке. Есть легенда об Анге, а это легенда о Юранке. Но то, что средняя сложность, меня это уже радует. То, что у нас с тобой есть хоть какие-то навыки, меня тоже это очень сильно радует.
Здесь, так понимаю, у нас с тобой что-нибудь есть? Ничего нет. Наконец-таки теперь без этого сердца нам не придется с тобой что-либо обыскивать. Что-то каким-то местом он там... Чем-то потряхивает. Интересно. Ну, в целом, я думаю, разрабы не задумывали, чтобы нам с вами было слишком тяжело, поэтому софта. Софта. Так, посмотрим. Улика номер один. Так там народу до хрена и больше. Интересно. По идее, мы можем сюда спрыгнуть, просто эту штуку спереть и обратно улететь, правильно? Отлично. Ну, можно было и так, в принципе, да, сделать. Логично. Логично. Как мы с тобой всю игру по потолкам вот так вот ползали, лазали. Здесь у нас твой... Вы что, серьезно? Не-не-не-не-не-не-не, ребята. Вырубайте музло. Вы что творите? Это же кто там? Шопен, Бетховен, идите нахрен отсюда. Это что происходит-то? Знаете почему? А потому что вы не представляете, потом я заколебусь в борьбе за авторское право, если мне придется вырезать эту музыку, то у меня, вы поймете, скорее всего, по пониженному качеству моего голоса, причем очень сильно по пониженному качеству. Если что, как бы у нас не курят, слышишь? Кто это? Какая-то баба в лифаке непонятная. Давайте открываем дверцу. Это что за шляпы? Это куда нам туда? Погоди, сейчас пойму, куда выход? Какой телепорт, что ли? Все в дыму. Елки накурили, собаки. Вообще неудивительно. Улика. Да, здесь, ребятушки, одно испытание прилично времени занимает, поэтому я пометку сделал, что это средняя сложность. Может быть, на эксперте, глядишь, у нас с тобой что-нибудь потом еще будет. Но там, наверное, так понимаю, будет потяжелее. Ну, в плане всего, может, стражников будет побольше, еще какой-то там дичи. Здесь можно вообще по потолку как ниндзя просто лазить и все. У нас оно еще с тобой одновременно как ночное видение работает, так что это вообще крутая штука. Там баба какого-то кита разделывает, посмотри, что это такая щука. Какой-то кит. Короче, бабы кого-то разделывают. Опа, найдена улика. Осталось еще две. А что в этой улике-то вообще? Вы мне хоть расскажите, напишите, что там вообще сказано, написано. О ком там что сообщено, я же вообще это самое не вдупляю. А, ну, наверное, все, когда найдем, туда они нам только и скажут. Все как обычно в этой жизни бывает, как говорится. Пока все дела не сделаешь, тебе никто ничего не расскажет. Так, достанем, чел хорош. По люстрам вообще на изи можно ползать, а здесь уже будет поинтереснее. А у нас с тобой есть изгиб времени. То есть, соответственно, нам нужно как-то спрыгнуть туда, завязать изгиб времени и обратно туда ускакать. Вот если сейчас меня заметят... Да, здесь какая-то картина. В картине должно быть что-то, наверное, написано. Правильно я понимаю? Схема. Лол. Еще раз решили мне напомнить о том, где я нахожусь. Спасибо. У меня пока что с головой все не настолько плохо. Интересно. Здесь теперь в такой момент они меня спалят. Нет, какая-то баба стоит в красном. Я бы, конечно, бабу бы эту грохнул, потому что порой, как правило, именно от баб в красном обычно все проблемы в этой жизни происходят. По крайней мере, у меня лично. Я вам скажу по своему личному неприятному опыту, а очень частое явление, что у меня от баб в красном постоянно были какие-то проблемы. Я вам скажу, что... Так, подожди, куда ты? Мы пока что сюда не будем. Нам с тобой надо сделать изгиб времени. А вот теперь такой вопрос. Могу ли я посмотреть, какой уровень у меня изгиба времени? Знаешь, почему? Не могу. Что это означает для меня? То, что если изгиб времени на первом уровне, то время очень сильно замедляется, и они меня смогут начать палить. Если же изгиб времени на втором уровне, то, как мы с вами помним, у нас с вами время останавливается. Это две огромные разницы, это небо и земля. Но радует тот факт, что они стоят на месте и вроде как двигаться никуда не собираются.
Поэтому можно сделать просто вот так и свалить от Седова. Так, еще одна улика осталась у нас с тобой. Я хочу получить максимально допустимое количество очков, поэтому... Так, подожди, а у нас с тобой нету синего напитка. Что это означает? Это означает, что я еще одновременно и сохраниться даже не могу. Да, бля. Здесь просто ловкость рук и никакого, как говорится, мошонничества. Но ползать, прыгать, бегать, скакать вообще на самом деле... Вот меня одного только смущает, что здесь книги летают. Подруга, тебе придется еще как-то и до потолка, походу, метлой достать. Потому что я так подозреваю, что здесь не только книги летают, но еще и... А, я забыл вам напомнить, ребяточки, у нас же с вами все с HD-текстурками-то ведь. Я что-то и забыл даже сказать вам про это, что у нас HD-текстурки сами вязаются. Не смотри, какой вариант. Знаешь, что я подозреваю? Я подозреваю, что у нас... вот бальзам этот забрать надо как-то спереть у них. Потому что без бальзама... Либо вот так мы сделаем. Вот так можно тоже сделать. Так, цель, короче, баба в красном. Так как тут... Они тут все бабы в красном. Зашибить. Попробуй теперь эту бабу найди. Я кажется, понял, где она находится. Но вот вопрос в том, она ли это была. Мне очень нравится здесь этот навык прыжка. В том, что он не потребляет у меня вообще маны. То есть, она фактически, если ты... не каждую секунду ее юзаешь, то у тебя восстановление успевает происходить. По сути, сколько хочешь, столько ее и юзай. Так, что нам с тобой надо было? Подожди. У меня есть только усыпляющий дротик, либо пружинная мина. Но я так понимаю, что это она. Вот момент. Ну смотри, как ее показывают. Баба в красном. У нее еще здесь какой-то еще какая-то цепочка, походу, да, болтается, так понимаю. Как мне смогут дать 30 тысяч очков? А если я ошибусь? А? Нет, подожди, она не в маске. Это баба. Это баба-то не в маске должна быть, а это в маске. Причем в маске и без маски, поэтому это не она. А? Что-то у этих челиков явно какие-то проблемы со здоровьем. Why? Ты куда собрался-то? Погоди. Спрыгнули, свалились. Мужик, у нас не курят. Я бы ему люлябу сейчас раздал, но... Очки терять не хочу. По большому счету, здесь всем вообще можно было бы люлей раздать. Там какая-то баба счет приуныла. Сейчас мы к ней зайдем. На огонек. Короче, в целом, основной принцип, собираешь 4 улики, гасишь важную цель, я так понимаю, она здесь что-то приуныла стала, ну-ка, не переживай, подруга, больно не будет, или как это говорят, больно будет только первые 2 минуты, нет, нам с тобой нужна красная, она не здесь, короче, какой-то пир на весь мир, непонятно, кто что празднует, какая-то... На золотую рыбку не похожа. Конечно. Конечно, не она. Так понимаю, мы совернулись на начало. Если мы изгиб времени завязаем, то мы отсюда точно не свалим. Хм. Интересно, интересно. Давай думать. Нам с тобой нужно найти бабу в красном. Ладно. Свистунов на мороз. Не знаю, как беседка у мертвого Бетховена, конечно, купила авторское право на эту песню. Но будем надеяться, что обошлось без жертв происшествий, когда они пытались получить у него права на то, чтобы эту песню здесь теперь использовать в игре. Я... Не понимаю, кто где находится... Меня это начинает, честно, уже напрягать, потому что я уже в преддверии ночной смены, мне скоро выходить. И как бы я не могу слишком долго сидеть с вами и мучиться ради поиска какой-то... девушки с низкой социальной ответственностью.
Значит, мы с тобой пойдем вот так. А там что у нас? И говоря, мне так и не объяснено здесь, по-моему, вообще, что здесь такое. Это, может быть, сюда нужно как раз-таки будет потом сбегать. А, ну вот портал, видишь, черный такой. С кругляшками, похожим на рульку с этим... С маком. Я такой не ем, потому что вредно. Я просто... Похожим воспоминанием из прошлого, там какая-то бабочка в чем-то роется. Как говорится, а кто бабу в красном боится, тут в говне копошится. Я не могу понять, я так не увижу вообще от Седова. Вот как мне понять, кто там? Может, она там стоит на самом деле вообще, а я даже не знаю. Но здесь мы дверцу явно открывали. И там с тобой мы явно уже бывали. Может быть, там вот эта баба вот стоит в красном, а может... Вообще, на самом деле, кто знает, что там беседка придумала. Может, нарисована справа в углу у нас с тобой, казалось бы, баба внешне, а в других каких-то местах, может, это вовсе мужик. Но это не она, это не они, это служанки, не похожи они. Попробуй теперь найди. Хрен просышь с вами, на самом деле. Так, это что у нас с тобой такое? Бальзамы. Бальзам. Бальзам синий Dishonored. Хорошо, туда пройти. Нам нужно с тобой, наверное, в крысу будет вселяться. Потому что здесь есть проход. Там есть проход, да. Он какой-то, смотри, какой желе. Желе. Мы с тобой заберем. Прячемся здесь. Во тьме начнем при свете дня. Шатал трубу я у руля. Вот я подозреваю, что нам нужно в ту комнату, потому что там, видишь, какой-то чудик стоит в какой-то маске. Ну вот будем надеяться, что она там стоит, потому что что-то я, честно, я уже умотался. Я гуманитарий, ребята. У меня таких трудностей, я такие трудности не люблю. Главное, чтобы нас не раздавили. Но я думаю, что эти норм, ребята, нас с тобой не задавят. Один из бальзамов Пьера мы завязали. У нас с тобой есть только две попытки, потому что потом у нас с тобой закончится мана, мы с тобой точно никуда не пройдем. Кохаес. Кухаес. Давай, Кухаес. Блин, не то место. Я ошибся. Я ошибся. Увы. Половину маны у нас с тобой сожрало. Что за приколы? Задание называется «Найди бабу в красном», походу. Он, видишь, это в каком-то костюме. То ли енот, только вот бомжа, короче. С какой-то бабой в красной юбке. А нельзя считать, что она полностью в красной одета? Даже с небольшим элементом чего-то красного. Не, он там поворачивается. Я боюсь, он сейчас нас заметит. Нам вот просто очки с тобой снимут. То, что мы ему звездюля сейчас надаем. Есть еще один шанс. Попробовать туда идти пробраться. Посмотреть, то, возможно, для этого придется останавливать полностью время. Я бы этого делать не хотел. Так что у нее, видишь, какой-то ободок вот на шее, ободок серенький. Так же, как там. Но здесь все палят. Тут все палят, посмотри. Там палят, тут палят, все кругом палят. Что это было? Ты что там, слышишь, глаза свои прибрал? Чепушила стражиная. Просто ветер. Конечно, просто ветер. Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Вам померещилось, уважаемый. Так, что происходит-то? Давай, вылезай. Короче. Как-то нам с тобой надо без палева попробовать пробраться в центр. Но они, видишь, что делают? По кругу ходят. Ага, спасибо.
Ну, короче, здесь, походу, выход будет, я так понимаю. Все, нычкуемся. Что происходит? Нет, это будет очень, наверное, тяжело. Да, ребята. Таких сложняков я вообще не припомню. Но это не она. Видишь, это в маске стоит. Эти стоят, что там всю думу думают свою. Голимую. Ну, трындец. Чё ж так напряжно? Да. Испытание так испытание. К такому жизнь меня явно не готовила. Я хочу пройти все максимально аккуратно. Для этого туда надо как-то пробраться. Как же это сделать? Кто-нибудь мне расскажите. Видишь, что происходит? Смотри. Во. А тут баба в синем. Хорошо, что мы сюда не ходили. Что-то я уже начинаю нервничать, ребята. Начинаю уже нервничать. Я не могу найти бабу в красном. Только одну ту, и то она в маске. Она же в маске. Тихо. Сейчас свалимся. И все сольем. Можно я вас отберу? Но все равно это ни к чему. Эти даже не шевелятся. Видишь, что им как бы здесь все равно. Из-за этого какая-то вон девушка по полу нагая. Просто зашла у костра погреться, у камина. Как ее, правда, пустили сюда в таком виде, непонятно. Но это уже их дело. Говорится, я в чужие дела не лезу. Навык у нас с тобой второго уровня, я вижу, потому что отображаются предметы. Разные. Слушай, вот если мы внимательно посмотрим, то на самом-то деле... На самом-то деле, что происходит? В чем прикол? А у нас, по-моему, два таких телепорта-то, да? Я только сейчас заметил. Это будет долгий процесс, я так подозреваю. Возможно, нам необходимо двигаться даже вот в эти комнаты, потому что здесь что-то я вообще ничего не наблюдаю. Тихо. Дверь я открыл. Всем вообще просто все равно. Это просто ветер. Я подозреваю, что именно та баба, потому что, ребятушки, что только одна единственная в красном была. Потому что я уже, если честно, что-то, признаюсь вам, подустал. Давай попробуем еще поискать, походить, но уже надежд не остается, только ту, наверное, надо снять. Ну, в каком смысле снять? Обезвредить. Или, как называется еще слово... Терминейтед. Уничтожить. Вынести. Раздать люля. Чё там за кем-то? Ты чё там за кем-то подсматриваешь, слышь? Ты иди работу работай. А не за бабами подсматривай. Может, там она стоит? За бабой в красном вот она подглядывает. Нет, не она, видно по желтому этому оттенку. По мочевидному.
Других вариантов мне не остается. Видишь, как они же не показывают, где находится цель. Называется игра в угадайку. Угадай сам. Ага, видишь, хорошо, что я не прыгнул. Хотел туда прыгнуть, видишь, там другой стражник идет. По-моему, вот она, может быть, там и стоит, кстати говоря. Прямо всех на виду. Нет, подожди, там же баба в синем была вроде бы. Нет никого, тебе показалось. Тут никого нет. Всего лишь сквозняк, тебе сказали. Ну, походу, это она. Нет, ничего не знаешь, тебе показалось. Смотри, вот у нее, видишь, такая же штука тоже вот здесь. И такая же тут полушуба какой-то на голове. Даже причесон такой же, короче, это она. Пора ее кончать. Надо сюда только сесть, но с тобой будет. You are terminated. По-моему, это была она. У нас было задание ее грохнуть. Соответственно, добиваем. Серьезно? Я 30 минут носился. Вы охренели, что ли? В смысле, не видно у человека. Ну, такая же одежда у нее. Она просто решила маской замаскироваться. Что за бред? Жесть. Что теперь делать? Короче, они еще теперь местами поменяли улики. Ну, это жесть просто какая-то, ребята. То мне теперь бегать, все искать. Да, и как то этой бабы надо все еще теперь спереть из-под носа. Каким образом это сделать, правда, непонятно. Но походу, только если... Короче, жесть какой-то просто. А что у меня? А, два напитка есть уже в наличии. Все. Надо было это еще забрать. Ладно. Видишь, смотри, когда одну улику нашли, я не обратил внимания. Справа в углу появилась ваша цель, женщина. Ваша цель носит шлем, шляпу или маску. А также не применяет смазку. Вариант у нас с тобой сейчас, короче, у этих из-под носа надо как-то... Спрыгнем сейчас, заберем. Но это же она и была. Маску, шляпу носила. А что, она не носила, что ли, ее? Хотят сказать, типа, меняться будет постоянно. Сейчас, наверное, вот ее выберут как раз. Давай еще разок попробуем забрать эту улику. Посмотрим. И еще вот эту последнюю. Вот, ваша цель одета в красное. Видишь? Смотри, что сделали. Да, все изощрение, изощрение. Это просто жесть какая-то. Нам с тобой нужно завязать начало изгиб времени. Давай. Цель, что написано, замечена. Оп, хорош. Все, тихо, валим. Вот, смотри, теперь служанка. Но осталось найти только эту бабу. Вроде мы где-то ее видели, кстати говоря. Сейчас ищем. Опять баба в красную, видишь, попалась. Так что, как говорится, все проблемы от баб в красном. Кажется, я где-то видал. Сейчас мы ее уложим. А вот и баба в красном. Ну что ж, вот мы, ребята, и подобрались к нашей цели. Самое время раздать ей люля. Люля-кебаб. А ну-ка, выходи, баба, на бой честный. Тут, слушай, я вообще не нашел. Видишь, что происходит?
Оп, здрасте. Сейчас моей ребята навешаем. Где она там? Ать. Хлобысь. Приз за скрытость. Призрак. Полученные картины. В галерее пустого картина. Ништяк. А, кукла Эмили, я не знаю, что это такое, где ее искать вообще, это какой-то бред. Новый рекорд. А почему только 14732, типа, за скорость, что ли, замедленную? Вообще-то я как бы не обнаружен, я был призраком. Плевать испытание, конечно. Ну что ж, ребятушки, на этом пока что сегодня все. Потому что это было очень долго. Но мы справились. Останется у нас с вами еще целая куча всего. Посмотрим, поглядим, что это такое, что из себя представляет. Баба не совсем, правда, в честном бою мы с тобой грохнули, но, как говорится, она сама виновата. Не надо было проставляться за работу. Так что, на этом пока что все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро этим переключайтесь. Огромное количество гайдов, летсплеев, крутого сможете мне на канале. Будет очень классно, круто, здорово, интересно. До новых встреч. Спасибо за внимание и пока-пока. Скоро увидимся, не переключайтесь. Всем пока.